мы имеем в своих домах святыню, которая помогает нам в наших немощах, трудностях, болезнях душевных и телесных, святую Агиасму. В крещенский сочельник глава Среднеазиатского митрополитчьего округа, митрополит Ташкентский, узбекистанский Викентий, совершил божественную литургию в главном храме епархии и освятил воду. Крещенский сочельник – это время сугубой молитвы и поста. Это день перед великим двунадесятым праздником Крещения Господня, торжеством нашего обновления, преображения, освящения всего тварного существа, пришедшим в этот мир Спасителем. Митрополит Викентий в этот день совершил освящение воды великим чином, а затем крестный ход вокруг Успенского собора. Крещенский сочельник – это день предвкушения великой радости от посещения благодати Божией, которая нас освящает и сопровождает на протяжении всей нашей жизни. Сохранили эту святость, которую дает Господь даром, не по нашим заслугам, не по каким-то нашим подвигам, а по своей милости Господь каждый год посылает такую милость. И постараемся как можно больше сохранить эту чистоту и святость, которую принес нам на землю Христос Спаситель.